Всех приветствую на канале Мир Пива, с вами Юлия Сергеевна. Сегодня я буду дегустировать пиво отечественное от пивоварни Салденс, очередной шедевр от Дениса Сальникова. Этикетка, как всегда, такая вот черно-белая, ничем не выделяющаяся, хотя, может, этим она и выделяется как раз-таки. Итак, Imperial Rye Porter. Имперский ржаной портер. Выдержано пиво в бочке из-под бурбона, о чем нам гласит этикетка. Экстрактивность начального сусла 24, друзья. Это что-то. В общем, что-то такое. Бурбон, пиво, экстрактивность 24. Я решила отведать из такого кубка. Состав: вода, солод, пивоваренный, хмель, дрожжи. Секретов своих Денис не раскрывает. Дата разлива, кстати, сентябрь 2016. Ну что ж, приступим к дегустации. Темно-коричневый цвет. Коричнево-черный практически. Пена такая вот тоже темная, мелко пузырчатая. Интересно, ощутим аромат. Шоколадный аромат горького шоколада. Что-то такое еще съестное. Немножечко с дымком. Такое насыщенно, шоколадно. Аромат шоколадный с дымком. Сладость еще какая-то. Вот, ну, возможно, вот тоже темные сухофрукты. Какие-то вяленые, наверное. Такое что-то копченое с дымком, шоколадно-вяленое. Такого я еще не встречала. Немножко даже напомнила вот это вот пиво копченое. Что-то такое вот сходство есть в аромате. Не ожидала. Хотя что-то интересное я ожидала все-таки. Алкоголя нет. Ну, и аромат такой вот впечатляет. Попробуем. О, консистенция такая маслянистая. С первого глотка ощущается кислинка. Кислинка. Карбонизация низкая. Такое что-то насыщенное, плотное, кисленькое и жжёное. Пока. Сладость. Сладость, да, сладость карамельная, жженого сахара, карамель. Вот конфет вот таких вот, как в детстве делали. Вот, и кислинка накрывает эту сладость. Такая вот кислинка интересная тоже. Горечь, тоже жженого солода, такая вот горечь жженая. Ну, она... мягкая такая вот, пьется легко, приятно пиво. Алкоголя не ощущаю, завуалирован он, интересно. Хорошо завуалирован алкоголь. А согревающее тепло есть. Есть тепло. Тело, я уже сказала, плотное. Консистенция такая вот сливочная, такая вот маслянистая. Интересная. Сладость вот шоколада, карамели, шоколад вот от портера, шоколадный такой. И вот это вот жженый сахар, карамельность, такая вот фруктовость, темных сухофруктов таких. И вот в кислинку перетекает, затем вот горечь ощущается.
послевкусие такое вот горьковато-сладковатое, то есть тот же шоколад и в послевкусии ощущается. Интересно. Такие вот даже тоже древесные вот нотки ощущаются. В общем, напоминает такой вот, да, какой-то такой вот коньяк, вот ром, коньяк. Бурбон я не пробовала, к сожалению. Ну вот что-то напоминает. Такой винно, такой вот коньячный. Вкусненькое пиво. Надо вот сидеть и вот так вот пить, медленно смаковать. Ничем не заедать можно. Приятный. Все как-то сбалансировано. Сладость есть, и кислинка есть. Такая вот она интересная. Вроде как даже она вот накрывает эту сладость, преобладает в какой-то момент. А потом как-то снова сладость после вкусии. И горечь такая вот ненавязчивая, мягкая. В общем, мне понравилось. Интересно, все-таки бочка из-под бурбона дает о себе знать. И карбонизация практически отсутствует. Но здесь это совсем не минус. Как-то вот такое вот даже не пиво, а что-то такое вот даже такой вот напиточек интересный. Можно даже удивить своих друзей. Мне понравилось. Понравилось. Денис молодец. Алкоголь завуалирован. Напиток чувствуется крепкий, согревающее тепло есть. Можно вот долгие беседы вести, попивая такое вот пиво вкусное. Подвожу итог. Пиво мне понравилось, рекомендую попробовать, интересное. Аромат такой вот многогранный, вкус тоже. В аромате вот уже вот 15 минут я посидела, посмаковала. Стали проявляться такие вот алкогольные нотки. Легкие, благородные алкогольные нотки, но в то же время вот и вот эти вот нотки какие-то древесно-винные, даже кожаные какие-то нотки появились. В общем, интересный многогранный такой вот аромат. Вкус тоже, кислинка интересная тоже, винная что ли такая вот. И также вот кислинка вот этого жженого сахара и горечь это жженого сахара. И шоколадные такие вот моменты от портеров. В общем, интересное пиво. Удивило, впечатлило. Я ему поставлю 4,5 балла. 4,5 из 5. Пробуйте, пишите свои впечатления. С вами была Юлия Сергеевна. До новых интересных вкусных дегустаций. Всем пока!